Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из камня. Хочу показать и рассказать о отвесах. Самые элементарные, самые простые. Работать ими, я скажу, что совсем неудобно. Я никогда не пользовался отвесом, честно скажу. Не потому, что это плохой инструмент. Да, это инструмент для того времени, которое было уже в прошлом. Ты ее не можешь в кармане держать, потому что его, я не знаю, он тяжелый. Он конкретно тяжелый, он должен как-то рядом быть, он теряется. Вот я поставил его, и мне нужно отмерить, допустим, по нижней точке. Это сейчас у меня как бы ветра нет. Но в основном мы работаем в ветреную погоду. То есть, смотрите, у меня вот, давайте вот, вот эта часть совпадает с этой частью. Видите? Это один из видов отвесов. Так же самое, вот побольше отвес, он, я не знаю сколько, наверное, килограмма пол. Здесь даже красивее уже выточено, сделана сама вот эта деревяшка. Она тоже совпадает с этой, видите, она буквально на миллиметр с одной и с другой стороны больше. Если мы меряем, допустим, вот мы поставили камень, мы ищем самую, так сказать, пузатую сторону, то есть пузика. Где у нас пузика? С этой стороны, вот оно посередине, с этой стороны тоже оно посередине. Или смотрим, если это ровный камень, значит на ровную точку ставим. И потом берем и опускаем. Опускаем. Вот, допустим, мы опустили. И смотрим. Видите, у нас все четко. Все ровненько, аккуратненько. Для того, чтобы пользоваться уровнем, надо понимать, что вы делаете. Центр. Здесь центр. То есть по уровню легко найти центр камня. Второе. По уровню, когда я кладу, вот допустим, вот этот камень, он пошел вовнутрь. И я его могу оставить вовнутрь, чтобы он был. Потому что следующий камень у меня обязательно уже должен стать ровно. Или, допустим, еще немножко вовнутрь. Приблизительно, какой у вас уровень? Я вообще-то пользуюсь метровый, 1,20 м. То есть за счет метрового уровня я могу выгнать колонну ровненько. И здесь 10 метров. Просто здесь нужно научиться, приловчиться. Делаем в шахматном порядке. Если оно становится ровно, значит мы его оставляем ровно. Если он не становится ровно, значит мы его как бы утапливаем в середину. И это приносит нам вот такой результат, как вы видите. Отвесом в основном люди пользуются. Знаете, при каких условиях? Что у них там один камень вовнутрь, один ровно, а третий пошел наружу. Когда камень выдуло наружу, ты его уже по уровню никак не выставишь, потому что уже у тебя дуга пошла. Если вот этот был наружу выставлен немножко, значит мы вот этот камень выставляем по отвесу, потому что отбиваем там от нижней точки, чтобы у нас было ровненько, потому что вот этот, вот этот камень, который вышел наружу, он просто не даст нам вымерять по уровню или с шаблону. Вот я, допустим, беру уровень, я вот ногой вот здесь прижал, а здесь я его могу подстучать, и с этой стороны подстучать, и все, я смотрю, и у меня уже видно. Но отвесом я не смогу это сделать. Если ваш угол идет как бы вовнутрь, вы теряете миллиметр два. Если ваш камень выходит и наружу, и вовнутрь, вы теряете 5-6 миллиметров. То есть понимаете, теряется как. Иногда бывает так, что один уровень этого мало, и необходим второй уровень для того, чтобы прийти к общему мнению, для того, чтобы прийти к той точке, чтобы это было ровненько, понять, какой же все-таки врет. Иногда уровни имеют такое свойство, как просто сбиваться. Вот он сбился, и все, и у тебя все пошло криво. Поэтому очень важно иметь дополнительно 2-3 уровня, маленькие, побольше, поменьше. И я когда делал эти откосы, я приобрел себе хороший уровень, дорогой уровень. То есть и он как бы показывал нормально, а потом что-то начал уже и барахлить. Ура! Кедо. Эхи, влепишь пу влепи? Эдо я влепи. Пьёка литра смехи на меса влепи. Эти меса. Да,
Ή πας σε ένα άλλο. Όχι, εγώ τόσο και χρειάζω ακόμα. Ναι, να του δώνεις εσύ ένα και το έχει μόνο για τις γωνίες. Δεν το καλάει και εσύ. Δεν καλάει, άμα το έχει ένας, δεν το καλάει. Βλέπεις πώς πάει. Πρέπει να μπορεί έτσι και δεν είναι φτάνει. Καλά, εντάξει. Συνέχεια μέσα, μέσα. Άμα μέσα μπορείς να βγάλεις μετά. Δεν είναι σίγουρα, Νίκο. Σίγουρα. Итак, давайте сделаем заключение, что уровень – это мастерство каменщика. А вот отвес – это уже музейный экспонат. Если уметь пользоваться уровнем, отвес не нужен. Все, подписчики и... Состоятельные люди, стройте из камня мастера, зарабатывайте на камне, зарабатывайте уже на современном инструменте.